Доброго солнечного дня всем, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Наконец-то лето приходит к нам потихонечку. И начнем мы его как раз, скажем, максимально летнего ярко-красного трактора Inmar. F13D, полный привод. Интересная коробка переключения передач, все это здесь. Сразу смотрим, естественно, стандартно. Шины в отличном состоянии, максимальном, прям, что возможно, наверное, для японцев. Пупырышки даже сохранились еще на передней шине. Все прекрасно. Задняя шина то же самое. Даже пупырки сохранены. То есть шины Falcon. Японские, не мененные здесь, естественно. Двухточка. Стандартная также. К сожалению, навесного оборудования с трактором не пришло, поэтому оставляем его таким, какой он и пришел. Двухточка. Вполне стандартная. Янмаровская. На 6 шлицов у нас кардан здесь. Что можно сделать? Можно перейти на трехточку. То есть здесь у нас вот 4 болта под крепление скобки на центральный винт, и снизу придется сделать пальцы. Колея регулируется, можно поставить ее от 75 сантиметров, где-то, наверное, до 90, смотря как вам удобнее. Даже, наверное, больше можно и 100 поставить. По косметике, я думаю, видно, здесь все максимально прямо хорошо, все очень целенькое сохранилось. Под капотом то же самое абсолютно, то есть здесь, я думаю, видно, что краска родная, то есть ничего никто не трогал здесь, естественно. Все наклеечки, все шильдики, пломбы на ТНВД и так далее, все сохранено. Ну, можно посмотреть даже банально на фишки, то есть они не выцвевшие, очень четко сохранившиеся, все провода, все чистое. Ну, прям заглядение, если честно. В остальном, я думаю, по функциям все понятно. Здесь у нас, кстати, о коробке. Такая вот симпатичная у нас коробочка сделана под автомат, очень удобно ей пользоваться. Вот отбор мощности, 3 передачи. По правой стороне у нас как раз пониженный и повышенный и управление фрезой. Блокировка заднего моста, естественно, как и на всех тракторах присутствует. Садимся на трактор на наш. Хочется заметить, что рулевое управление, колеса одной рукой крутятся. Руль скользковат чуть-чуть. Двумя руками легко можно прокрутить даже на месте. По запуску, соответственно, чеки. Давайте покажу сразу выхлоп, чтобы было видно. Вот, собственно, весь его запуск. Холостые обороты, чеки, естественно, все потухли, то есть все это работает. Сигнал, повороты, даже индикаторы у нас здесь функционируют. Естественно, также и горят все наши лампы. Что очень приятно осознавать. Индикатор, указатель топлива также функционирует, температура, естественно. То есть, ну, максимально четкий целый трактор, но о чем и свидетельствует, собственно, наработка. 392 моточаса, трактор должен был быть как новый. Соответственно, такой он и есть. Все очень и очень хорошо сохранилось. Видим прекрасное небо, и на его фоне, к счастью, нет никаких выбросов из выхлопа лишних, поэтому делаем вывод, что трактор по мотору также в отличном состоянии. По звуку работы давайте сделаем как-нибудь вот так. Надеюсь, было слышно, как трактор набирает быстрый оборот, ну и, соответственно, работает очень мягко, четенько. Вот, собственно, такой Inmar 13 у нас сейчас в Прогрессавто есть в продаже, поэтому приезжайте, мы будем очень рады вас видеть. И всех с наступлением весны и наступающим Днем Победы!